Они все там, понимаешь? Они, возможно, уже заметили нас. Мы свежее мясо, Марк. Если проявишь слабость или оступишься, они сожрут тебя. Ты этого раньше не делал. Это ворота в джунгли. Ребята, ты не понимаешь. Как только ты опустишь окно, для нас все будет кончено. Это как вирус. Мы должны закрыть шлюз. Уже поздно, Хелен. Нет! Новенькие! Не волнуйтесь, я помогу. Я вас провожу. «За школьными воротами». Премьера 11 и 12 мая в 12:30 на телеканале «Мать и дитя».